За аншлагом прайшоў на фестывалі «Золотый шлягер» у Магілёве канцэрт джазавай музыкі. На сцэну выйшлі як малады выканаўцы, так і зоркі – Вольга Пірахс і Квентін Мур. Любим джаз, поэтому пришли. Это концерт, которому действительно хочется посвятить вечер. То есть это та музыка, которую хочется слушать. Всегда была импровизация. Поэтому, тем более в Могилеве, это антикварный концерт, можно сказать. Джаз – один з самых складаных для ўспрымання відаў музыкі. Гэтае мастацтва склалася пад уплывам афрыканскіх рытмаў, еўрапейскай гармоніі і афраамерыканскага фальклору. На пачатку мінулага стагоддзя, як з'явіўся джаз, синонімам яму было папулярная музыка. Ну, как может быть не хитом, например, «Summertime and the living is easy, fish are jumping, или the autumn leaves dream by the window, the autumn leaves of red and gold». То есть, конечно, есть очень известнейшие всем-всем-всем хиты. Музыкант должен себя свободно чувствовать в импровизации, в этой музыке. Напойте любимые мировые хиты джазовые, можете? Могу. It don't mean a thing if it ain't got that swing. На концерте «Золотого шлягера» выканаўцы узгадывалі вялікія імёны з гісторыі джаза і складанасці, з якімі сутыкаліся музыканты ў савецкі час. Когда мы были молодыми, это было просто такое экзотическое, для нас была экзотическая музыка, то есть не было нот, негде это было спросить. Джаз быў і застаецца прэстыжным музычным напрамкам. Яго падтрымлівае сусветная сетка фестываляў, сярод якіх і «Золоты шлягер» у Магілёве. Татьяна Сергійчык, Александр Тарасов, «Новини региона».